Телекомпания «ВИТ» представляет. Уважаемые телезрители, добро пожаловать на программу «Угадай мелодию». В любом приличном обществе высоко ценятся знатоки истории, живописи, литературы. А знатоки музыки вообще большая редкость. Да, редкость, но только не в обществе нашего шоу. И это мы сейчас вам с блеском продемонстрируем. Мы начинаем. Сегодня с нами здесь эстрадный оркестр под управлением Александра Евмененко. И, конечно же, главные действующие лица, те самые знатоки, о которых я вам говорил чуть раньше, они появляются в студии. Добро пожаловать, прошу вас занимать ваши игровые места. Прошу вас смелее, они по праву ваши. Отриньте ложную робость, это ваши игровые места. Здесь вам блистать, уважаемые участники нашего сегодняшнего шоу. Но прежде чем вы начнете блистать и угадывать мелодии, позвольте, я представлю вас нашей телеаудитории. Мария Куликова! Работает бухгалтером, занимается спортом, любит речные круизы и дружеские посиделки. Участник под номером 2 – Владимир Тимощенков. Водитель-экспедитор, скромный и очень терпеливый. Его девиз – видеть перед собой цель и идти к ее достижению. И третья участница нашей программы – Наталья Кузнецова. Врач-педиатр, ее любимый герой – добрый доктор Айболит. Призывает всех следовать девизу «В здоровом теле – здоровый дух». Я бы даже сказал, в веселом музыкальном организме бродит огромное количество мелодий. И их нужно вспомнить и дать правильный ответ на те вопросы, которые мы будем ставить перед нашими участниками. Мария, прошу. «Шагом марш» из репертуара Андрея Миронова. Музыкальная география, секретный квартет. Что будет? Секретный квартет, это что за категория? Вы выберите, а я вам скажу. Тогда из репертуара Миронова. Это вы меня наказали. А может быть, в секретном квартете были ваши заветные мелодии, а вы только что от них с легкостью отказались. Так, ваш выбор. Миронов. Миронов. Из репертуара Андрея Миронова. Нота, в которой бы вы хотели сыграть? Третья. Поехали. Первая была Наталья, да. Остров невезения. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь остров невезения в океане есть. Совершенно верно. Прошу вас, Наталья, выбирайте. Шагом марш, папа. Шагом марш. Здесь марши армейские, веселые, светские, любые. Нота номер один. Слушаем музыку. Первым был Владимир. «Легко на сердце» от песни «Веселый». Совершенно верно. Угарана из кинофильма «Веселые ребята». Мария, ждем вас. Догоняйте. Нет, аплодируйте. Вы своим соперникам очень хорошо. От всей души желаю им продолжать побеждать в нашей программе. Но, в конце концов, вы пришли сюда выигрывать. Владимир, выбирайте. Давайте вернемся во вторую категорию. Из репертуара Андрея Миронова. Нота. Первая. Вперед. Наталья. Моя песня не спета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Жоржетта, Мюзетта, Клозетта и Мариетта. Там была масса женских французских имен. Абсолютно верно, засчитано. Наталья, вы отправитесь в категорию «Шагом марш»? А давайте попробуем музыкальную географию. Музыкальная география. Континенты, острова, реки, проливы. Все в этой категории. Нотка. Третью попробуем ноту. Давайте угадывать. Наталья. Ну кто тебе сказал про Сахалин? Ну что тебе сказать про Сахалин? На острове прекрасная погода. Совершенно верно. Угадано. А я бросаю камешки с крутого бережка. Прошу выбирать. Музыкальная география. Нота номер один. Поехали. Наталья. Чунга-чанга. Чунга-чанга. Совершенно верно. Есть такой остров. Чудо-остров, чудо-остров. Жить на нем легко и просто. Мария, что вы загрустили? И даже забываете аплодировать Наталье. Нет, нет, сейчас не надо. Без фальстартов. Я думаю, что через несколько мгновений Наталья и Владимир будут аплодировать вам. Наталья, выбирайте. Музыкальная география. Нота номер два. Поехали. Владимир. «Балтийский берег». Мария, вы так и не решились, вы знали эту песню наверняка, да? Да, знала. Надо было нажимать на кнопку. Да, «Балтийский берег», Олег Газманов. Мария, не расстраивайтесь. На самом деле, первый тур, он разминочный. Основные деньги лежат в туре номер два. Но хотелось бы услышать ваших правильных ответов уже в первом туре. Владимир, прошу.
Ну, давайте опять Миронова, вторую ноту. Слушаем. Владимир! Почему ко мне ты равнодушен? Ну, почему ты смотришь свысока, я не прекрасен. Может быть, наружно, зато душой. Ага, красив наверняка. Засчитано! Так, что дальше? Последняя нота в этой категории. Четвертая нота. Подайте. Старинная такая хулиганская песня о том, что один мужчина так и не смог договориться с одной женщиной, потому что он очень боялся. Джон Грей был всех смелее, Кэти была прекрасна, страстно любился Джон Грей в Кэти. Именно эта мелодия звучала, ее никто не угадал. А что загрустили, уважаемые участники? Кстати, на этом время первого тура первое испытание заканчивается. Заканчивается очень хорошо, под аплодисменты всех присутствующих. Единственное, что Мария во втором туре, я прошу вас, возьмитесь за ум. До встречи во втором туре через несколько мгновений. Прошу вас зайти на подиум, уважаемые участники. Начало положено, но Мария пока отстает. Ничего страшного, ведущий добр. Он помогает красивым девушкам, но главное, ей нужно нажать желтую кнопку. Дорогие друзья, мы начинаем второй тур нашей программы. Встречаем наших участников, подбадриваем. Желаем им удачи, успехов и, конечно же, прекрасного настроения на нашей площадке. Прошу вас, ваши места вас заждались. Играете очень хорошо, ярко. Мария, очень красиво аплодируете своим соперникам от всей души. Узнаете, хоть не зря, наверное, пришла. Не так часто встретишь человека, который готов радоваться победам своих соперников. Вы вот из этой редкой группы. Вы знаете, есть редкоземельные металлы, а вы редкодушный человек. Лидером по итогам первых двух туров является Наталья. Это вы. Выбирайте. Явление природы, полеты во сне и наяву, хит группы «Кругом вода». «Кругом вода». «Кругом вода». Слушаем музыку в этой категории. Наталья. «Закаляйся, если хочешь быть здоров». А где вода? Обливайся водой холодной, обливайся. Совершенно верно. Теперь принято, угадано. Водой холодной обливайся. Выбирайте дальше. Кругом вода. Вода. Следующая мелодия. Поехали. Наталья. Отшумели летние дожди. Наталья с блеском демонстрирует знания мелодик 60-х, 70-х, 80-х, 90-х и, соответственно, третьего тысячелетия. Отшумели летние дожди. Да, угадано. И сказала осень, зиму жди. Странно, она как-то разговаривает, эта осень. Выбирайте. Продолжим. Кругом вода. Наталья. Меня счастливей нету, меня счастливей нету на всей земле. Я еду к морю, я еду к ласковой волне. Есть там такие строчки, ответ принят. Так. Ну что, четвертую мелодию? В да, этой категории? Конечно. И закончим с категорией «Кругом вода». У меня есть такое ощущение, что это будет ваша мелодия, Наталья. Попробую. Мария, верю в вас. Поехали. Давай, Наталья. Ты моряк, красивый сам собой. По морям, по волнам, конечно. Мария, две мелодии, и у вас путевка в полуфинал. Понимаете? Да. Владимир, на самом деле, вам нужно закреплять отрыв. Наталья, вы уже в полуфинале. Формально выберите, пожалуйста, любую категорию. Формально. Ну, давайте явление природы. Явление природы. Любые природные явления в этой категории. 1500 стартовая цена. Вперед! Ну, вот это произошло, Мария. Я не успела услышать. Спокойно, 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 спокойно. Она такая клюк-клюк-клюк-клюк, такая клюк-клюк-клюк. В небе летает и говорит, шла вон. Шла вон. Улетает туча. Это произошло. Улетай, туча, совершенно верно. Улетай, туча, улетай, туча, улетай. Ой. Если я с тобой останусь, заскучает друг мой парус. Ой, спасибо. Мария, прекрасно, прекрасно. Можем, если захотим, выбирайте дальше. Давайте вот явление природы оставим. Явление природы, следующая мелодия. Владимир. Летят грачи. А до этого что такое у нас? Светят протекает? Лучи. Что они? Светят лучи, летят грачи. Им тает лед, и сердце тает. А, журчат ручьи. Журчат ручьи. Да, да, да. Совершенно верно. Но хотя светят лучи.
Нет, красивый образ. Светят лучи. Весна идет, и сердце тает. Засчитано, уважаемые участники. На этом время второго тура нашей программы подходит к концу. Мария, я звал вас. Я предлагал. Я помогал. Спасибо. Я вытаскивал вас из бездны. Но, к сожалению, силы мои тоже имеют некий конечный предел. Поэтому по итогам второго тура я вынужден сказать вам спасибо за игру. И всего вам доброго. Аплодисменты Марии. Мы благодарим ее за участие в нашей программе. Владимир, Наталья, увидимся в третьем туре. Я прошу взойдите на подиум, уважаемые участники. Ну, Наталья, в общем-то, сделала серьезную заявку на выход в финал. Но есть одно «но». Третий тур, он ведь непредсказуем. Вот мы в третьем туре, дорогие телезрители. Ну что, не терпится увидеть наших игроков. Понимаю вас, сам горю желанием узнать исход третьего тура. Прошу вас занимать ваши игровые места. Продолжаем. Вы в третьем туре, уважаемые участники. Лидером по итогам первых двух является Наталья. Наталья, вы начинаете торги после моей подсказки. Подсказка. Песня об ассоциациях, рожденных осадками. Прошу. Ну, Владимир, я угадаю эту мелодию с 7 нот. Наталья, я постараюсь угадать ее с 6 нот. Ну, попробуй. Угадывай. Песня об ассоциациях, рожденных осадками. 6 нот. Нет. Ни одной версии? Нет ответа. А дождь на окнах рисует, напоминая о твоих поцелуях. Группа Hi-Fi. 7-й лепесток. 1-0 в пользу Натальи. Подсказка номер 2. Песня, оправдывающая отрицательные черты личности. Наталья, прошу. Ну, Владимир, я попробую с 7 нот угадать такую мелодию. Наталья, попытайся еще раз угадать с 6. Ну, попытайся. Итак, песня, оправдывающая отрицательные черты личности. Слушаем. Прости меня, мама, хорошего сына. Твой сын не такой, как был вчера. Меня засосала опасная трясина. И жизнь моя вечная игра. 1-1. Подсказка номер 3. Прослушайте ее внимательно, потому что там есть прямой намек на песню. Песня о том, что пух может помочь открыть глаза. Владимир? Наталья, я постараюсь угадать эту мелодию с 7 нот. Ну, попробуй, угадай. 7 нот песни о том, что пух может помочь открыть глаза. Тополя, тополя. Тополя, тополя. Этот пух тополиный глаза мне открыл. Признаюсь, я любил, Вадим. Наталья, мне кажется, что вы даете Владимиру угадывать мелодию с предостаточно низкой цене. 7 нот, достаточно легко это сделать. Решайте, как вы будете поступать дальше. Угу. Подсказка номер 4. Песня дружных энтузиастов. Владимир? Наталья, я постараюсь угадать эту мелодию с 7 нот. Ну, тогда попробуй с 6. Ну, попытаюсь тогда с 5 угадать эту мелодию. Ну, попытайся. 5 нот песни дружных энтузиастов. Жду ответ. Ответа нет, если наугад, вместе весело шагать. Ну, правильно сделали, что выдвинули свою версию. Неправильно сделали, что версия у вас сложная. Это песня «И грянем сильнее, потянем дружнее» из кинофильма «Волга-Волга». Счет 2-2. Итак, внимание, уважаемые игроки, решающая 5-я подсказка. Решающая, определяющая имя финалиста. Песня о результате загадочных импровизаций некоего волшебника. Наталья, прошу. Ну, попробую с 7 нот отгадать эту мелодию. Наталья, постараюсь угадать с 6. Ну, постарайся. Постарайся. Песня о результатах загадочных импровизаций некоего волшебника. Нелепо, смешно, безрассудно. Совершенно верно. 3-2. Ну, мне кажется, Наталья, вы выбрали все-таки неправильную тактику. Нельзя было, Владимир, сильный игрок, нельзя было давать ему угадывать такого большого количества нот.
К сожалению. Возможно. Ваша тактика привела вас к печальным результатам. Мы будем прощаться, но прощаться будем красиво. Под аплодисменты всех присутствующих. Наталья, спасибо огромное за игру. Всего вам доброго, Владимир, увидимся в суперфинале. Прошу взойдите на подиум, уважаемые участники. Но торги для того и существуют, чтобы, если даже вы не хотите угадывать мелодию, загнать вашего соперника в угол высокой ценой. 3-4 ноты. Уважаемые телезрители, вы в финале, равно как и финалист нашей программы. Владимир Тимощенко, он появляется в студии. Под аплодисменты всех присутствующих. Занимает центральное место. И, собственно говоря, планирует забрать из кассы Первого канала еще 10 тысяч рубликов, присоединив их к 15 500 рублям, которые вы выиграли уже в нашей программе. Вы водитель-экспедитор, значит, много ездите. Конечно. Часто слушаете музыку в дороге. Обязательно. Ну и, наверное, вот эта ваша работа, специфика вашей работы помогла вам сегодня выиграть в нашей программе. Итак, правила игры вы знаете. Мое пожелание – крепче за баранку держись, шофер. Аплодисменты нашему финалисту Владимиру Тимощенко. Готовы? Да. Поехали. Оранжевое небо. Оранжевая песенка. Совершенно верно. Оранжевая мама, оранжевый верблюд. Дальше. Пока пропущу. Ну, известнейшая песня, известнейшая комедия. Хорошо. Точно хотите пропустить? Да. Ваше право, потому что если вы ошибетесь, суперигра прекратится. Дальше. Обручальное кольцо. Обручальное кольцо, непростое украшение. Да, есть. Мелодия номер 4. Старый клен. Старый клен, да. Засчитано. Мелодия номер 5. За 4 моря. Ты меня увез бы, обещал мне все на свете. Засчитано. Итак, у вас в запасе еще 13 секунд. Нужно разгадать мелодию номер 6, 7 и вернуться к мелодии номер 2. Поехали. Опустела без тебя земля. Песня называется «Нежность». Вы ее угадали. 10 секунд на 2 мелодии, это по 5 секунд на каждую. Поехали. Как грустны сейчас твои глаза. Выпьем за любовь. Выпьем за любовь. Выпьем, конечно, Николаев. Игорь Николаев. Итак, 6 секунд, неразгадана мелодия номер 2. Поехали. Кнопку, кнопку. Все, времени нет. Что-то спинка чешется. Точно не знаю, но могу предположить, может быть. И спина у них чешется. Медведи. Медведи, правильно. На льдине. Ну, в данном случае, ну да, в общем, да, они на льдине. А что они делают-то? Трутся спиной медведи. А земной ось, совершенно верно, да. Вы только что выиграли супер игру нашей программы. Поздравляю всей души. Ну, а вы что, с нами играли, что ли? Ну, вы же знали эту мелодию. Он решил потрепать нервы вам, уважаемая публика, публике в зале, а также мне, ведущим этой программы. Но в результате все завершилось благополучно. Дорогие друзья, красивый финал нашей сегодняшней программы. И еще одна красивая точка. Игорь Николаев, выпьем за любовь. И, конечно же, за процветание нашего шоу. Счастливо, пока. Раскрошится волною о причал. Мы вспомним все хорошее, забудем про печаль. Умчалась юность бедная,
за даль туманных звезд. И за любовь последнюю я поднимаю тост. Выпьем за любовь, как блестят сейчас твои глаза. Выпьем за любовь, пусть дрожит хрустальная слеза. За любовь, родная, выпьем за любовь. Прости меня за все цветы, что для других срывал. Прости меня за все мосты, что за собой сжигал. Но мы построили с тобой последний хрупкий мост. За возвращение любви я поднимаю тост. Выпьем за любовь, как блестят сейчас твои глаза. Выпьем за любовь, дрожит хрустальная слеза. Выпьем за любовь, и уже не надо лишних слов. Выпьем за любовь, родная, выпьем за любовь.